Добрый день! Во всем мире, наверное, нет ни одного человека, кто бы не любил этот чудесный праздник. Новый год – это один из самых старых праздников. Он объединяет всех людей на планете. А поскольку Новый год – праздник волшебный, самое время нам отправиться на игру «Новогоднее настроение». Вас приветствует учащийся 3 А класса. Что было традиционным новогодним угощением на Руси? Яблоки. Да. Что делают в Китае, пока тебя поздравляют? Обливают водой. Да. Что должно быть на новогоднем столе итальянцев, кроме винограда и орехов? Чечевица. Да. В каком уголке света самый громкий Новый год? Банана. Все стараются издать больше громких звуков. Да. Кого пускают вьетнамцы в пруд в новогоднюю ночь? Карпа. Да. Что делают жители Эквадора, чтобы весь год путешествовать, пока часы бьют 12? Бегают вокруг дома. Да. Сколько раз можно в России встречать Новый год? 9. 9 раз по количеству часовых поясов. Да. Сколько лошадей запрягает Дед Мороз в свою упряжку? 3. Да. Какой город считает родиной Снегурочки? Кострома. Да. Какой российский город родина Деда Мороза? Великий Устюг. Да. Кто поет колыбельную песню «Елочки»? Витя. Да. Как звали прапрадеда Деда Мороза? Пескун. Да. И это правильный ответ. Уважаемые игроки, выбираем следующую категорию. И это... Новогоднее поздравление. Снежному велению, обьюшному потению, по моему морозному распоряжению желаю всем быть в этом году счастливыми, здоровыми и любимыми. С Новым годом! Пусть за окном будет сказка, а в доме атмосфера счастья. Желаю чудесного года только с хорошими событиями и добрыми. Пускай в новом году все исполнится, решится, получится и случится. Желаю радости, побед, изменений в лучшую сторону. С Новым годом! Пусть Новый год станет ярким поездом в лучшую жизнь, богатым на веселье, радости и достаток. Пусть каждый из 36 вагонов поезда будет счастливым. С Новым годом! Пусть придет ваш дом исключительно добро и счастье, удачи и здоровья!